Ну и вот Забит Самедов, Маугли. Это тот, который на самом деле истинная местная особенно звезда, представитель клуба «Ахмат». Еще не просто представитель, а еще является президентом этого клуба. Это новоявленная должность, которую он буквально несколько месяцев назад получил. И, кстати, по его собственным признаниям мы слышали, что он спарринговал с как раз Марашану. В том числе и этот опыт у него был. Да, я просто вот сейчас смотрю на рекорд Каталины Марушано. Они не встречались именно в поединке, но, видимо, спарринговались. А что касается Марушано, то надо отметить его победу над Даниэлем Ленти. Это финалист турнира «Бои по правилам Танакубок Татнефть». Проигрывал Павлу Журавлеву, что, в общем-то, не мудрено. Но это как раз было на гран-при К1. Это было вне Румынии, скажем так. Побеждал Андерсона Сильву. Побеждал Пола Славинского, также побеждал Стефана Леко, причем в 2011 году. Но уже Стефан Леко даже тогда уже был, в принципе, Роман, на спаде, ну, так, да, скажем, да. На старте говорить своего спада окончательного. Но то, что он выиграл у Андерсона Сильвы, я вам скажу, что это очень важный показатель, потому что Андерсон Сильва — это парень из топа, мы знаем с вами. Да, да, да. Он же скоро будет боксировать с Рико Верхуэном. Да, да, в том числе. Поэтому и Пол Славинский. Мы помним, что Забит как раз тоже ему проигрывал. И проигрывал впоследствии здесь, опять же, благодаря клубу «Ахмат», был сделан матч-реванш. И Пол Славинский уже снискал поражение как раз от Забита Самедова. Да. Последний раз Забит Самедов проиграл в 2013 году Бадру Хари. Все прекрасно помнят этот поединок. Бадру Хари он проигрывал несколько раз, но и побеждал его, вы помните, все как. Проигрывал Тайрону Спонгу, Эролу Зиммерману. Но Эрол Зиммерман вообще такой персонаж неоднозначный. Он может великолепно отбоксировать, а может бой провалить. То есть очень неровно выступает. Удивительный парень. Сейчас он вообще разряжен. Последние его бои, которые я видел, это вот человек был с пузиком эффекта арбуза. И парень вообще без кондиций и просто разрушенный. Его там бьют уже средние ребята. Да? Он действительно в топе. Он был спарринг-партнером у Сереги Харитонова и Алистара Уверима. Там он бил топов все практически. Эрол Зиммерман действительно большой чемпион. В прошлом уже. Пока. Но этот, кстати, действительно выразился персонаж, он может и вернуться. Вот такой Эрол Зиммерман может из состояния тяжелого, разобранного состояния может вернуться действительно в лучшей кондиции. Представляете, вот такой Эрол Зиммерман. Игрок. Он игрок, он любит играть как в прямом, так и в переносном смысле. Да. Кстати, хотелось бы еще сказать несколько слов и про Каталину Марушано. Я вспомнил, он побеждал Сергея Гура в свое время, который сегодня уже выходил на ринг. Но Сергея Гура того, да, который был в общем-то в полном порядке. А что касается Забита Самедова, можно выделить его знаковую победу над таким мастером своего дела, как Алексей Пудин. Да, конечно. Конечно. У Забита на самом деле много было побед ярких и очень над крутыми соперниками. Как я уже говорил, Мелвина Мэнхофа в том числе бил, и Макдональда, и еще несколько топов интересных, таких, очень крутых бойцов. Истинный Маугли. В свое время почему его так прозвали? Он очень много бил скачковых ударов, прыжковых. И Супермен, и левый сбоку скачка. Со скачка правый такой в натяжку. Совсем не боксерские удары. Его вот прозвали таким образом. Ахмат Кикбоксинг proud to present the main event of the evening. 5 3-minute rounds for the WBC Heavyweight Championship of the World. Supervisor is Francie from France, Хаджи Бетаха. Судьи у ринга at ringside, three judges scoring this championship. Денис Селенко, Рашид Апажев и Алим Кудаев. И с ударом гонга ваш рефери в ринге. Well, the bell rings. Your referee in charge, Александр Бабин. Итак, дамы и господа на трибунах, миллионы фанатов во всем мире, в прямом эфире с арены спортхолла Колизей города Грозного на телеканале Матч ТВ бой за титул чемпиона мира! Ladies and gentlemen of the balance and millions of fans around the world live from Colosseum Спортхолл Arena Grozny live on Match TV World Title Bout. Представляем вам соперников и первым бойца в синем углу ринга. Introducing first, fighting out of the blue corner.
Ему 32 года. Рост 180 сантиметров, вес 106 килограммов. 32 years old, his stamp 180 centimeters tall, official weight 106 kilograms silver. Профессиональный рекорд 51 бой, 42 победы, 9 поражений. His professional record 51 bouts, 42 victories and 9 losses. Чемпион мира, чемпион Европы по тайскому боксу и К1. Чемпион организации Super Combat. Ladies and gentlemen, he's Muay Thai and K1, European and World Champion, and Super Combat Champion, representing Scorpion Team, Romania, please welcome, Catalin Cerhan Moroșanu! И его соперник красному гуринга. His opponent fighting out of the red corner. Бойцу 31 год. Рост 183 сантиметра. Вес 99 килограммов ровно. 31 years old, his stamp 183 centimeters tall. Official weight 99 kilograms silver. Его профессиональный рекорд 105 боев, 95 побед, 9 поражений при одной ничьей. His professional record 105 bouts, 95 victories, 9 losses and 1 defeat. Чемпион мира KOK. Чемпион Европы Гран-при K1. Финалист мирового Гран-при K1. Ladies and gentlemen, he's KOK, champion of the world, K1 Гран-при European champion, and K1 World Гран-при runner-up. Дамы и господа, встречайте, представляющий клуб «Ахмат» Азербайджан Сами Маугли! Как раз Александр Бабин, рефери главного события вечера сегодняшнего потрясающего турнира, международного турнира по K1. Один бой по тайскому боксу и один поединок мы видели по профессиональному боксу. В памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадыров. Очень интересно, в какой форме подошел Каталин Марушану, потому что, насколько я помню и читал про него, что... Он занимается сейчас не только спортом, а в том числе и политической деятельностью. То есть такое распыление, в общем. Да. Ну и на самом деле по его такому животику, так скажем, это видно, в принципе. Но он никогда не был атлетом. Да, атлетом он... не был, но вот здесь есть нюанс такой, знаете, это вот именно уже такой профессиональный тренерский нюанс. Я увидел кое-что, что показатель того, что не в лучших кондициях, так скажем. Не будем совсем раскрывать все тайны. Да, но в этом весь Каталин Марушанов. Да, здесь он заряжен всегда. И они давно очень знакомы с Забитом и могут устроить всегда такую серьезную игру face-to-face, так называемую, или дуэль взглядов. Взять заряженный левша Марушанов и Забит Самедов. Маугли против Шерхана. Заряд. И побежал Марушанов. Но в этом весь Марушанов. В этом весь Каталин. Он так всегда сражается. Если это у него проходит, то это нокаут или победа по очкам с большим преимуществом. Но здесь, с другой стороны, еще в чем вопрос? Каталин должен решить все свои вопросы до того момента, как он устанет. Потому что тогда ему будет совсем плохо. Смотрите, размахиваясь с двух рук и слева, и справа, и пропускает. Также рук левый сбоку и правый вдогонку. Забит попадает точно. Такие свадебные удары, которые характерны для Каталина Марушанова. Тоже, в общем-то, ничего нового. Показал Забит, что был... Смотрите, насколько проваливается Каталина Марушанов. Этот Шерхан, который мажет и мажет раз за разом. О, ногой ударил. Это большая редкость. Удивительно. Ну и Забит. Самедов. Маугли. Заряжен. Прекрасно готов. Правый хайкик навстречу. Из левши. Меняет стойку. Попадает точно. И здесь шоу. Шоу устраивает Забит Самедов шоу. Да, решил показать. Смотрите, как проваливает и делает дурака из своего соперника. Хорошо, колено. Здорово. Попадание есть точно. Область солнечного сплетения. Потрясающее попадание. Да, это нокаут, друзья. Скорее всего, не встанет Каталин Марушанов. До свидания. Закончен бой. Закончен
наверное, потенциальная карьера Мурашану. Ну, наверное, разрушен. И Рамзан Ахматович Кадыров врывается в ринг. И очень сильно он, конечно, переживает и болеет всегда за своих подопечных, коим является Забит Самедов, уверенно можно говорить. Давайте еще раз увидим, как Забит Самедов выигрывал этот бой. Сокрушительно. Вот он повтор. Колено навстречу. На ринге сейчас творится просто настоящее пиршество. Воткнул. Празднество. Воткнул коленный сустав в область солнечного сплетения, либо живота. Вот он там пробил, да, не совсем отчетливо было видно, куда именно вот живот. Но этого оказалось достаточно, ну, вполне. Да. На самом деле, после этого пропущенного удара Мурашану не захотел, да и не смог. Я так понимаю, вместе здесь два можно глагола употребить, не смог и не захотел. Да, да, ну он, в общем-то, пытался, старался попасть вот этими шальными ударами, да. Но все-таки выходить с таким планом на бой против такого мастера, как Забит Самедов, ну это, мягко говоря, наивно. Хотя не хочется говорить штампы о том, что это тяжелый вес, что один удар мог решить все. Мы все прекрасно видели, как Забит Самедов уходил от этих самых ударов. Он их видел с опущенными руками, они пролетали мимо цели. Ну, все контролировал, на самом деле. Весь ход поединка контролировал и четко чувствовал и видел своего оппонента в сегодняшнем бою. А Забит очень был расслаблен, раскрепощен, релаксирован. И на самом деле работал по позициям и от положения. Ну, а Мурашану единственный шанс имел ворваться и, значит, вот в свою дистанцию и постараться зацепить Забита. Несколько ударов Забит через защиту принял на себя. Ощутил эту жесткость, эту мощь. Но он тут же отреваншировал и отреваншировал очень значительно. Яркой победой. Да, но, честно говоря, я надеялся на то, что Каталин Мурашану приедет в чуть-чуть лучшей форме. Посмотрите, солнечное сплетение. Да, и даст колено. Хотя бы какой-нибудь бой Забит Самедов. Колено, солнечное сплетение, и точно, классно, красиво. И так, знаете, по-снайперски, как снайпер действовал Забит Самедов, очень здорово выверено ту самую цель, куда нужно. В яблочко, еще говорят. Да, совершенно точно. И еще, наверное, хорошо, что Мурашан этот удар не пропустил в голову. Сокрушил Забит Маугли Самедов, Шерхана. Пришел к вам через минуты 27 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, your winner comes to you in 1 minute and 27 seconds of round number 1. Победа нокаута. Одержал и стал чемпионом мира WBC Muay Thai тяжелым весом. Your winner by knockout and new WBC Muay Thai heavyweight champion of the world, Забит Маугли. Дорогие друзья, на этом пришла пора прощаться. Для вас сегодня работали Роман Мазуров и заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России Максим Воронов. Благодарю, Роман, и крепкого духа, и побеждайте, дорогие друзья.